Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о новой экономической игре на моем YouTube-канале. Эта игра стартанула всего лишь один день. То есть, ей сейчас один день. То есть, мы можем сейчас инвестировать и начать в ней зарабатывать. Сразу перед видео я предупреждаю всех о рисках в инвестициях. Напоминаю, что риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестировать, где зарабатывать, где можно заработать, а входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Также прошу вас подписаться на оба моих YouTube канала. Первый канал — это Мегабабки, ссылочка будет внизу в описании. И второй канал — это Bitcoin Leader TV от канала Мегабабки. Также подписывайтесь, будет много интересного, а мы будем зарабатывать. Как уже сказал, сегодня поговорим о экономической игре. Называется экономическая игра у нас Robots Cash. По проекту мы можем видеть, что в первую очередь нам нужно зарегистрироваться. Нажимаем кнопку зарегистрироваться, то есть регистрация. Здесь вам нужно ввести ваш логин, придумать пароль, повторяете пароль, вводите вашу почту, соглашаетесь с правилами и вводите капчу. Нажимаете зарегистрироваться. Все, вы будете зарегистрированы. В панелечке есть новости, правила выплаты, об игре и контакты. Можете посмотреть, почитать об игре, обязательно заходим, там все рассказывается. Действует акция. Акция действует до 03.02.2020 года. То есть, в принципе, осталось у нас 6 дней. Первое пополнение плюс 25% к вашему пополнению. И мы можем видеть, что у нас при пополнении от 250 рублей еще 2 робота дарятся в подарок. То есть 10 рублей еще на 10 рублей 2 робота дарятся. 2 робота кэш 1. А каждый робот стоит по 5 рублей. При пополнении от 750 мы можем видеть 1 робот кэш 3, 1 робот и 2 робота кэш 1. То есть и тут так далее. То есть очень много можно заработать бонусных плюшек от этого проекта, также здесь присутствует. Описание проекта, есть статистика. Как я уже сказал, проект работает один день. Участников всего лишь 131, новых за 24 часа 130, выплачено уже 389 рублей и пополнено на 9000. То есть проекту один день, а уже пополнено на 9000. То есть мы в самом начале, сейчас можем зайти и начать зарабатывать хорошие деньги. Выбираем своего робота, то есть каждый робот приносит определенную сумму денег и каждый робот стоит определенную сумму денег. Мы можем видеть, сколько робот зарабатывает в день, сколько в месяц, и цена робота также здесь присутствует. И здесь вы можете видеть, что есть и за 30 рублей, и за 150, и за 590, и каждый приносит своевременную стоимость. Да? То есть мы можем видеть, что самый максимальный робот стоит 15 тысяч рублей. И в день он будет приносить по 450 рублей. И в месяц выходит 13500. То есть за месяц почти отбивается полностью стоимость робота. Ну, давайте теперь зайдем в личный кабинет и уже сделаем пополнение. В первых рядах начнем уже здесь зарабатывать. Вводим вашу почту, пароль, нажимаем «Войти». Вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь у нас есть панелечка «Пополнить». Есть панелечка рекламный отдел и есть панель вывода, да, то есть панелечка вывода. Давайте объясню. То есть игровой счет — это сумма, которую вы будете покупать себе роботов. Рекламный счет — это серфинг, то есть если вы хотите заказать серфинг, также есть у нас авторефералы, то есть вы можете зайти и сделать себе авторефералы и получать рефералы, которые прошли не по реферальной ссылке, вам будут приходить к вам. То есть на данный момент функция авторефералов 5 человек. И вот одна неделя 50 рублей. Вы активируете и автоматически получаете себе рефералов, которые приходят не по реферальной ссылке. Есть, как видите, кабинет, есть настройки, обменник, магазин роботов, мои роботы, конкурс рефералов, рефералы. Реферальная ссылка, кстати, здесь очень-очень крутая. Заходим в рефералы и давайте посмотрим. Опускаемся ниже, мы можем видеть, что первый уровень вам будет приносить 13%, второй 5%, третий 4%, четвертый 3% и пятый 2%
от пополнения ваших рефералов. Копируйте ссылочку, начинайте продвигать и зарабатывайте партнерские отчисления. Есть бонусы, есть серфинг, как я уже сказал, есть техподдержка. Давайте поднимемся выше и зайдем в мои роботы. В моих роботах вы можете смотреть, сколько у вас роботов. Как видите, у вас два робота, ну, дарятся при регистрации два робота. То есть два робота первого уровня вы получаете просто на халяву. 10 рублей, пожалуйста, зарабатывайте. То есть даже без вложений в этой игре вы можете начать зарабатывать. И для того, чтобы начать здесь зарабатывать больше денег, я, конечно же, сделаю пополнение. Но перед тем, как сделать пополнение, мне надо зайти в настройки. Это, в принципе, обязательно для того, чтобы сохранить свои кошельки. Я сохранил свой Pair кошелек. Все остальные кошельки я заблокировал. Есть панелечка «Сохранить» и здесь кнопочка «Заблокировать кошелек». Я нажимаю «Заблокировать» и его уже нельзя вводить. То есть я буду вводить именно на свой Pair кошелек. Ну а теперь давайте сделаем пополнение. Пополнюсь я на 300 рублей и сделаю себе бонус. Да, то есть получу себе еще 2 робота первого уровня и в подарок еще 25% от пополнения от администрации. Это очень круто. Давайте зайдем на 300 рублей. Нажмем «Пополнить баланс». Обрабатывается наша заявочка. Сейчас мы сделаем «Пополнить серебро». Нас перебрасывают на наш Pair кошелек. Здесь мы опять же все подтверждаем. Ждем, ждем, ждем. Прошла загрузка Pair кошелька. Здесь опять подтверждаем. Вводим мастер-ключ, защиту, да. Нажимаем Enter для того, чтобы подтвердить. И попадаем обратно на наш сайт. Перейти в аккаунт. И здесь мы можем видеть, сколько денег нам начислилось. 75 рублей нам на халяву прилетело дополнительно. То есть очень-очень неплохо. Давайте теперь зайдем еще в магазин роботов. Я куплю себе уровень 3, да, то есть по 150 рублей 2 робота. Покупаем. Куплю себе еще также, получается, по 30 рублей 2 робота 2 уровня. И также у меня остается 15 рублей. Мы можем купить 3 робота 1 уровня. Ну, как видите, у меня сейчас первого уровня 7 роботов, второго уровня 2 робота и третьего уровня также 2 робота. Эти роботы будут мне приносить доход, и я буду каждый день спокойно зарабатывать свою денежку и выводить. Для того, чтобы вывести средства, зайду в панелечку «Вывод», после чего откроется панелечка вывода. Здесь мы выбираем тот кошелек, который вам удобен. Нажимаем «Вывести», да, то есть выбираем сумму вывода. Он автоматически она вводится, ваш кошелек прописывается, нажимаете «Заказать вывод». Все, деньги будут вам выведены в автоматическом режиме. От администрации этот проект уже не первый, то есть администрация, у нее очень много проектов. Каждый проект из них еще работает, то есть каждый проект дает людям зарабатывать. Потому ссылочка на этот проект будет в прикрепленном внизу комментарии. Не забываем о том, что в этом проекте вы можете реально очень хорошо заработать. Ну а также, что я хочу вам посоветовать. Работайте с опытными администраторами, которые дают нам зарабатывать. И этот администратор нам даст заработать. Ссылочка внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.